Действительно очень необычно, странно. Особенно здесь это так звучит именно из хоккейных уст. Не когда концерты у нас, а именно когда вот такие вещи, это люди, таланты, действительно таланты. Прям здорово, спасибо им. Друг сказал, типа, то, что, ну, знакомый. Говорит, у тебя, Серега, талант есть такой, почему бы не битбоксить? Случайно мне сказали слово и сказали сказать наоборот. Я его тут же выдал. Сам не знаю, что такое могу сделать. Я не Фастовский, чтобы знать все досконально. Да и не Ванга, это даже веселей. Но вижу, подбирается шикарная команда и ждет нас увлекательный хоккей. Пожелаю я удачи нашим Сибирю, потому что он самый очень крутой. Сибирь упоминалась, и, как я уже говорил, в некоторых песнях. А тут конкретно уже, ну тем более объявили конкурс, ну сам Бог велел уже как бы. Новосибирск, спасибо! Приятно, что это есть. Это очень здорово. Это показывает, насколько мы правильно друг друга чувствуем. Я имею в виду клуб и болельщики, что мы действительно живем этим. И что ты делаешь с нами хоккей?